казалось бы, что проще, чем пожарить картошку. Однако это можно сделать очень быстро и эффективно. Смотрим внимательно. Итак, что нам нужно? Картошка, сама картошка, подсолнечное масло, комбайн со специальной насадкой, который очень быстро ее может порезать. Картошку также надо подготовить, если очень она крупная. И сковородка. И соль. Итак, поехали. Время пошло. Берем масло, заливаем сковородку. Масло залито. Так. Залито. Быстро режем. Конечно, можно не только на масле, но и на сале. Это будет вкуснее. Но для скорости эксперимента быстрее делать это на масле. Вот наша картошечка, вот наша плиточка. Бросаем все сюда. Все, процесс пошел. Еще накрываем крышкой. Ставим на максимальный огонь. Все, когда начинает, слышно, что она начинает там бурлить, это значит, что она под, с одной стороны начинает чуть-чуть пригорать. Это где-то 2 минуты примерно. Открываем ее, переворачиваем. Заметьте, что чем больше сковородки, чем больше картошки в сковородке, тем, естественно, ее сложнее переворачивать. Поэтому надо найти оптимальный вариант именно для вашей сковородки. Перевернули на таком же максимальном огне, оставляем. Накрываем дальше. Ждем снова. Переворачиваем снова, даже пар пошел, она уже тут, по-моему, очень хорошо снизу жарилась. Как видите, я не сильно тороплюсь как бы с процессом, все спокойно происходит, сейчас посмотрим на время. Главное сделать качественно, а не просто быстро. Залить будем под конец. Так, теперь смотрим уже под конец после нескольких перемешиваний. Проверяем вилочкой, ножиком. Вот. Если картошечка мягкая, то берем ее, солим. Соль опять же по вкусу, кому сколько нравится. Чайных ложек, зависит от количества. Также еще раз перемешиваем. Все,
успеваем на последнюю минуту. Так, 20 минут прошло. И картошка уже готова. Итак, пробуем картошечку нашу. Пальчик я оближешь. Все,